Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые соотечественники, от всей души поздравляю вас с великим праздником Днем Победы. Каждый год, 9 мая, мы славим героев, подаривших нам мир и свободу. Чтим память павших на полях сражений. Новые поколения в вечном долгу перед героями, которые навсегда останутся в сердцах благодарных потомков. Наши земляки внесли достойную лепту в борьбу с фашизмом. 210 тысяч воинов из Чувашии мужественно и героически сражались с захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. В тылу, не покладая рук, работали женщины, старики и подростки. Трудолюбивый и отзывчивый народ Чувашии отдавал все, что было, ради Великой Победы. В городах и селах разместились эвакуированные предприятия. Госпитали были заполнены ранеными. Более 70 тысяч человек, бежавших из оккупированных территорий, нашли приют и кров в нашей республике. Наши ветераны – люди уникальные. Победив страшного врага, они в мирное время совершили еще один подвиг. За короткое время восстановили страну из руин. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Сегодня в республике осталось около 2000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 25 тысяч тружеников тыла, 6 тысяч вдов, солдат, победителей. Все они должны быть окружены чутким вниманием и неустанной заботой государства и общества. Желаю участникам Великой Отечественной войны и всем жителям нашей республики крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира и добра. С праздником! С Днем Победы!